Впереди 3 летних месяца, и уже в субботу тверские школьники отправятся на каникулы в загородные лагеря. В этом году в преддверии летней оздоровительной кампании там были проведены масштабные ремонтные работы, которые затронули все оздоровительные учреждения. Подробности в нашем сюжете. Участники координационного совета по вопросам организации летнего отдыха обсуждают последние детали предстоящих каникул. В день защиты детей в оздоровительных лагерях стартует первая смена. В этом году в ряде учреждений проведен капитальный ремонт кровли корпусов и столовых. Заменены оконные блоки. Выполнены работы по установке спортплощадок. Где было необходимо, добавили камеры видеонаблюдения и новые фонари. Основной объем средств для подготовки к летней оздоровительной кампании был выделен из регионального бюджета. Часть работ проводилась при муниципальном софинансировании. В этом году ремонтная кампания затронула все наши лагеря. Работы были разные. Конечно, выстраивались по приоритету, по предложению и по потребности, которую заявляли наши загородные оздоровительные лагеря. В ходе масштабной подготовки в нескольких школьных лагерях установлены новые сантехнические модули, а также просторные беседки, так называемые отрядные места, где для ребят будут проходить занятия, репетиции концертных номеров. Этапы большого ремонта включали в себя проверку состояния электрических сетей, противоклещевую обработку, проверку систем безопасности и другие работы. Так, в Романтике школьников ждет обновленная столовая. Мы отремонтировали крышу столовой. Она сделана теперь очень качественно, хорошо. После того, как была отремонтирована крыша, мы сразу отремонтировали потолок, сняли полностью старый потолок, сделали новый, красивый, современный. Навесной потолок. Это все повлекло за собой целый комплекс работ. Это замена освещения, это замена пожарной сигнализации. Ну и следующий этап в оборудовании столовой – это была замена оконных блоков в обеденном зале. Заезды первой смены будут проходить 1 и 2 июня. На каникулы в загородные оздоровительные лагеря отправятся 1442 школьника.